Кому починиться нужно, мамонт стоит. Реги, не реги. Сумануть мачете? Сейчас он у него. Рыба, центр комнаты. Все починились, мамонта убираю. Да, скорее всего, да. На первом этаже могут, если починиться. 4, 3, 2, 1. Сейчас поем, еще поставлю. До ПО. Дайте протобаф Павловский поваром и кулак обновить. Так, чек на присутствие. Угу, так, я спикнулся от протопала. Протопал нет пока что. Вот на тебя лидерка улетела. Дали мне либо ассиста, либо обратно. Одно из двух. На присутствие. Так, маньяки еще нету. Я тут, сори. Угу. Вопрос, Воля будет смотреться еще по дэмэдж? Что говоришь? Воля 4 плюс 1? Да, 4 плюс 1. А по дэмэджу в трэш смотрится? Установи дэмэдж на трэш, хотя бы 150 тысяч. То чело сейчас будет просто стоять с орфанга бить. Да. Не, 150 маловато. 200 хотя бы. Нет, 150 норм. А то сейчас гении пойдут, блять, фул ДПС с урка, похуй на трэш. И АОЕ не работает на них, кроме... Надо говорить 150к плюс, а не 150. Да, 150 плюс. Ну, 150 вполне реальная цифра. Естественно, 150. Если будет там 147, никто вас казнить не будет. Вот. Но и это не значит, что в трэш не нужно свечиться. Да, милый тоже не может. Что говоришь? Я говорю, ну и милый быть тоже не может. Так, чек на баф. И запускаю босса. Кому чего-то не хватает, пишите в брейд. Бой танчик. И... Ивар. Да, Ивар. И банка. Так-то могу, но ты недалеко стой от меня, чтобы я достал до тебя. Большое за читерство. Госпожа, старайся трэш ловить. Так я вне до ретрика спрыгнул. Сейчас обратно в танка. А, все хорошо. Ну, хочешь, можешь не до ретрика продолжить. А так можешь просто а помочь босс, ретрик трэш вообще брать. Конкретно у тебя, капец. Да, давай лучше в танка. А у Вара-то нету танка, подожди. Пускай, блядь, хули. У него-то нету ДД, точнее. Да Вара. Пусть трэш. Да, у Вара ДД нету. Да и хули толку, пускай лучше дамажит, хули его держать, трэш это, блядь. Дай протобаф, если ты свичнулся в этого. Нет, не свичнулся. Бомжей-то тут сдавать можно? А то во всех гайдах пишут. 5 секунд упало. Так можно? Не стоит.
Снимите с шамана трэш. Шамана трэш, быстрее. Я начинал по третий вперед. Может повести его сам. Алхимик 45% у босса, даешь гим, лич даешь тотем на маны. Алхимик кастуй гим на ману. Ты про товар на войде, дай гилку, и тебе там ты будешь трэшить. Там. Паладина трэш забрать, свечнитесь, звезда. Один живет моб. Так, ну давай, нажимай ШВ своего. Хулилайт, давай массакра. Алхимист гиб на хп. Двести семь тысяч дпс рейдового. Не густо. Да. Профа не убьем. Хрен убьем Лану, профа мы еще убьем. Не, профа не убьем. Стопудово, потому что 247 тысяч мы еле убили под Берсу. В Награнде, рядом с матерью и предком. На профи мы вообще никак не справимся. А если поменять только 10 человек? Ну попробуем, что может там все тактику красиво сделают. Не верю вообще.
Ну, есть такое. Кто-нибудь из паладинов или там эльдаров, рок, фантов, быстренько пробегите. Круто. Не, понятно. Если у вас хант на шестом месте в ДПС листе, то можно заканчивать. Да не, ну убьем сейчас все, что убьем. Ладно, там. Прохилим, хуем. Главное на тухлом с гнилом не упасть, нахуй. То еще и там сляжем. Ну, да нет, там прохилим, что у нас все уехало. Прохилим, да это понятно, есть же берса еще. Понятно. Хватит урона до берса, по-любому. Там сейчас свечится, никто не будет, все равно полегче будет. Пока перед боссом по хилам там инера раскидайте. Вон там у лича не пулманы. Второго зря ты, конечно. Подальше его держи немножко еще, ага. А то две лужи наложатся друг на друга и в них сдохнут милики. Под ними, под этими толстыми лужи, она как бы невидимая такая, но она замажет, вон, видите, как хорошо, так. Что, аккуратно. Там по Т-10 починили, что ли, или что? Не знаю. Что-то слишком часто прокать стал. Гнева раздать. Копала, снимите. Ты Булин Руш, получается, на Халипресте, да? Угу. А что-то это... Я думаю, хуй знает, кто это пишет, я вообще не знаю. Не, я же вот тебя как-то про Холика, помнишь, спрашивал на дне. Ну, я помню, но я Никита... У вас, видишь, 10 персов, 10 разных ников, а у меня 10 да не... персов, блядь, и все ники на войд начинают. Ну да, я же говорю, в рейд зашел, смотрю, войд, думаю, по-любому ты, наверное, вряд ли другой войд будет. Там есть какие-то эти плагиаторы, блядь? Ну, блядь, где я, там я отвечаю, что это я. Чё говоришь, мультя? За? Не, я за уже 3 штуки прошел. Он заебал, видишь, что-то это мнется к нам зайти в гильду. Ну вроде уже почти согласен, вот, блядь, добиваю молодого. Целка 25-ку СБУ закрываете? Да, 2 штуки. Там ну, же этот. Там же Юлька, блядь, ты чё, нахуй, она ему пизды даст. Ага. Не буду говорить, блядь. Это вот, а вот таким паладином в кар нехуй суваться, наверное, да? Куда? В кару? Заломан. Почему? Прохилишь? Думаешь, прохилю? Конечно. Вполне. 20.00 у нас РТ. Не 4 раза в неделю, но 2 статика. Кар нахуй, я кар меня тошнит. Да, я тоже вот и мало кар. Тошнит не то, что я в нее часто хожу, а то, что она мне вообще не нравится. Сейчас смотрите, ответственный момент. Давай сейчас. Стойте все тут, сюда никто не заходите. Сначала мелкого пидора убьете, потом эту собаку. Это попроще собаку. А какой ДПС нужен плюс-минус под Зуламан? 9, 10. Понял. 11. Там хороший. 8-рых, 9-10 плюс. Хороший, типа, смотря что ты хочешь, что. Если просто трай, там много не надо ДПС, я думаю, там спокойно все убьется. Ну, если, блядь, хочешь, блядь, без сундуков, то меньше десятки можно. Если хочешь сундуки 3 штуки, лучше 11 плюс, ну. А что это за сундуки 3 штуки? Там шмотки 271, 277 падают. Без 11 понял. Тысяч за лучшину берсу упирайтесь.
Да. И Зулджины здесь вы упираетесь. То есть 11 плюс надо было. Обязательно ДЦ, обязательно ШП, обязательно Рога на пул. А ШП нельзя заменить на СВО, да? Ну, Лок по-любому тоже нужен. Да как бы можно, блять, там на Дженовае будут проблемы с диспелом танка. Но это зависит от пачки. Если ДПС... Если ДПС прям ДПИщ, если типа дракончики за 10 секунд убрут под незыбкой, допустим, на рейде, то как-то можно еще задисполить потом. Ну я вот помню на X2 раньше, там Афлики в Т4 ебашили. Ну сейчас вроде револьверы, да? Ладно, ребят, смотрите, там и ШП не нужен, если есть ретрик, можно ретрик подисполить. Можно сову взять. Смотрите, сейчас... Точно так же по исследователю сыграли? После исследователя, смотрите, на этой собаке первую незыбку дам я. И потом останется Массакрау Полипава. На третьей не должно быть истребления. Отдал незыбку за хилю. Минус 2 хила. Встали, побежали хилы. Блять, бегите сразу. Дух дня, беги. На следующем касте даешь кулилайт Массакру и этот алхимист на хп читаешь. Готовимся. Разин, вызывай бомбей. Массакру, алхимист читай. Все, кто сдохли, покинули тело, побежали, блять, пока мы живы. Да можно прохилить, парни. Прохилить 2 хила, блять. Быстрее бегите сюда, ману там потересать как-то. Тандора вызывай. Сейчас массакры не будут, сейчас сами себя хилить. Совы, начинайте спокойствие нажимать, кот тоже. Лохуй с ним, на следующий раз дашь. Маги на следующее истребление, там глыбу нажмите, сдохните. ШП тучку ебану. Хоть можешь тоже бомжей призывать. Это уже похуй на бомжей, он не убьет. Оп. Хилы в первую очередь себя хильте, похуй на всех остальных. Видишь, вы сдохли, и нам еще хуже. С горем пополам. Ну зачем ты встаешь, блядь? Тамахом меня стирает прям. Бля, добейки, 20к хп. Это алхимист, давай хиль. Алхимист, хиль, переквалифицируйся. Все, все. Прохилить, да ничего, что 20к нахуй. Или, а ты вообще на этой псине частицу на себя вешаешь. Хилишь хило в первую очередь. И подгадываешь каст прям к концу каста истребления, чтобы твой каст закончился через 0 одно. Да я видишь первый раз целка на холипане. Сейчас научишься, на следующий раз уже лучше будет. Ну, слушайте, в десятке было все. Рыба на проходе во дверях. Чинчо, я хилом тоже, блядь, за всю жизнь вот второй инст или третий. Ну, вот как годик поиграете, так может на фул начнем ходить. Давайте рыбу покушаем, да я сбегаю. Ну, фул обычка, мне кажется, через пару КД можно уже пытаться. Ну, блять, если с людей мугами подобрать, если так подобрать прям хороших. Ну, просто люди пододелаются. Вы чисто днем, да, ходите? Не, это дальневосточная гильдия. Ну, гильдия дневная, поэтому так-то мне, в принципе, без разницы во сколько. Пошли, кто там пожрал, бля, ебашит всю эту хуйню. Запустите. Все, направо идем. Запустите справа, я слева запущу этих пидоров. И лови там, кто там про товар лови. Есть у кого-то этого милик масла? На пол в банку. Сейчас трэш убьем, еще раз вопрос задашь. Исследователя грибните в этот толпу, забейте его. Ну я буду очень рад, если мы духло сбим, мы убьем без проблем. Мы убьем его, тут, ну, до берсы хватит нам. Потому что если одного убьем, а на одном ляжем, мы квест проебем. А там можно, если не хватает до берсы, просто кто-то дивана даст на танка, на котором есть. И все, будет вторая попытка. Мне почему-то больше кажется, что Тухлопузов, по-моему, при первом придется идти.
в принципе... Лучше, да, потому что там до Берсе мы, возможно... По Хилам, да, вот с Берсой, вот дамаг может проблематично быть. На Гдилом тоже надо не ебланить, блять. Да там, если танк умеет водить от тех слизней, он может вообще сделать так, что почти не будет взрыва. На Гнилом в 10 тел сможем добить. Про товар, я агро наберу, ты поддержишь босса гнилого, я побегаю слизней повышу, вот и все. Если будет этот самый взрыв, я скажу, когда бежать. Только когда скажу, тогда побежите. Ты давай поточно бежать. Так, у кого там, кто еще падал, кто рыбу не поел, на вертеле кушайте. Кто-то может продать апешное масло? Танчит Войд и ебанка. Как вы, блядь, не можете запомнить? Наоми, скачай Вуду или Грит, или, блядь, какую-то залупу и смотри. В четвертой пати два танка. Видишь, хп у них дохуя. Это значит, это танки. Чего вы так часто вопросы задаете странные? Так, госпожа, у тебя реги на... Ну, у меня есть ШП, и я могу, в принципе, спрятаться, но там какие-то 8 тысяч, да, наверное? Что-то я даже не знаю насчет 4 хилов, сомневаюсь. Не-не-не, это слишком сомнительно. Окей. Реги на диван есть. Все замечательно. Проверьте масло, проверьте припоты. Это тут как сбегаться, разбегаться, все в кучу ебать. Как будешь? Сбегаться, разбегаться? Так, секунду, я метки поставлю, у меня багнулся он. Ошибку релоуд надо сделать. Давай я поставлю. Может, чтобы не упереться в берсу, сделаем так, что типа первая эпоха, вторая все сбежимся, просто миллизону залутаем 3 стака и все. Хилов мучить? Опасно. Давай так посмотрим. Просто 3 метки. Поставьте тьмы и мастера кто-нибудь даст. Кто там от тьмы может? Пацаны, все, хватит, припотики, хуётики, нажмите, блядь. И лучше смотрите. Смотрите, 3 метки. Одна в милизоне. Чуть ближе к танку подходите. Но это не значит, что под морду к боссу. А, звезда и печенька. Куда вам удобнее, куда вам ближе, туда сбежались. После того, как разбежались, ренжу набрали. А, особое внимание, около хилов точно не тритесь, чтобы их не заблевать. Тотемы ставьте в центр комнат. Президент. Так, все готовы, сейчас дам дебэмпл. Пять. Четыре. Три, два, один. Пул. Геру. Так, одна метка в печеньку. Мили, который выносил, в печеньку проведите, пожалуйста. Набрали ренжу. Хилы могут остаться в метке. Либо рядом с ней. Ты частицу на меня не ебани, алло, блядь. Друид первая пати, ресни ханта из своей же пати. А хули ты в Даларан не убежал, блядь? Блядь, ну ты бежишь. Разбежались по меткам, поймали обязательно. Набрали ренжу. Шаманы, начинайте волной хилить. Когда исчезнет газ с пола, волной только хилим там. Кто уверен, что выживет, можете с двумя дебафами остаться. У кого меньше 27 тысяч, сбегайтесь на третью.
какая... У какого паладина темная аура? Под, под гниль дашь мастер аур. Сразу шивы отдай, отдай шивы. Отдавайте шивы, отдавайте свои сейвы. Ну, без стаков, да. Претендента захильте. Сдохнет сейчас, блять, алло. Ну, сука, где ты стоишь? Как так, нахуй? Так, у кота, КД, да? Да я не достаю до всех, он встанет, кто хан стоит. Так они встали, нахуй, в Долорама. Сбежались, сбежались, ребят. Пули лайт, печенька, отлично. Надо резать, нахуй, ведь ДПС теряем, блядь. Хоть он отдаёт, да? 10 тысяч, блядь. Так, дерево даешь по претенденту, претендент даешь по наеме. Паладину обязательно им каску дать. Сбежались. Одну из мили зону. В звезду. Милик один в звезду, выбеги. Ладно, а если мы сейчас сдохнем? Это вторая, у нас еще одна будет. Вара, сейчас сильнее волнами хитьте. Вы блюете по 4, надо по 3 блевать. Рейдж не держите. Танки, что у вас по стакам? 2-7. Отдавай крик на ХП, Вар, который не шагу назад. Или КД уже. Темная аура также у того же паладина. Так, на войду частицу перевешивать, готовься, перевешивай. Готовьтесь массой выдавать. Там персы есть у кого? Да, персы 12 секунд. 12 секунд. Три. Вот, вот если мне эти две смерти в начале, то бы убили. Вот на Оми нахуй и претендент нахуй. У вас что в голове нахуй? Вы в следующий раз придете сюда, в этот босса, блядь, бить. Сразу в Долоран портуетесь, оттуда бейте нахуй. Чтобы вы еще дальше от хилов, сука, стояли. Вон две метки стоят. Вокруг меток рассредоточьтесь. Кружок и звезда. Слева, справа. Чтоб хилы вас доставали. Они там стоят в этих метках. Куда вы за босса за спину убежали? Упали, встали, побежали, все, хватит. А они когда сдохли, вы их резаете, они рейд уже два стака спор словил, блядь. Два слоя вдохнул босс. А вы не словили эту хуйню защититься, чтобы от выдоха. От едки гнили. И сдохли, блядь. Просто бесполезно, блядь. Повалялись, нахуй, все. Встаньте так. Да все, зачисти. Они поняли, зачем ты повторяешь это? Да привычка ебаная, нахуй. Повторяю. Ну, зачисти, все. Чел, ошиблись, исправят. У тебя пал, вон, не выбегает. Ему лучше минус 50 дать. Какой пал? Тоже. Который был под спорой и не выбегает, а просто стоит. Не-не, ник у него такой. Нихуя себе, два милика, нахуй. Ни один, ни второй не двинулся. Ни один, ни второй. Эрой. Я начал выбегать, не добежал. Вопрос, почему второй милик стоял? Ну, почему ты стоишь, если ты видишь, что они выбегают? Ребят, хватит, успокойтесь. Мы тут не 20 раз, ни каких-то попыток, мы ни квест не проебали, ничего. Нету места для ругания, успокойтесь. Стали, пробафались. Да никто не ругается, просто говорим. Никто не ругается, просто дискутируют. Да просто ебучий войд, блядь, материться дохуя, поэтому все думают, что ругаются.
Работа у меня такая, просто, блядь, жизнь помотала. Там вообще вон на ребре какой-то хант, я помню, смеялся, говорит. Я говорю, нахуй не надо напуливать там на пал. Он посмеялся, думал, все, пиздец, вайб будет. По итогу нормально все. Ну это я посмеялся. Ну этот монаха, да, это ты? Монаха. Да, монаха, брат. Ну вот видишь, я даже по голосу тебя узнал. Просто, молодец. Просто у меня 100 плюс IQ, блядь. Это вылет? Так, второй лог, DSS по дереву. Можно на ней стартовать, потому что, как я понял, прокси-сервер валит. Или это у всех? Да вроде нет. Ну, значит, это прокси. Это кто вылетел? Ну, ДК Сандора у меня вылет. Сейчас никто не сдохнет. Еще это, на РНЖ будет, люди стоят, чтобы 3 только обливало, а не 4. Меньше ДПС потеряем, сразу убьем. А ты в центре стой. Ты как милик стой. Ману рисуй. Автоатака. Да, блять, у меня мана не кончается. Еще лучше. Так, Сандора зашел. В чат что-то пишешь? Да, да, да. Каску Варен киньте. Я пока не могу использовать эту способность. Так что Наоми, да, вот где-то здесь стой. На максимальном ниже. Хуяк, два шага вперед, звезду зашел, спору словил, отошел дальше. Три споры обязательно лови. Так, чек на пул, на бафы. Раш готов. На шаманах каски нет. О, появилась. Женек, у тебя макрос с отменой есть? С массакром? Претендент Раш. Готов, готов. Раш. Хуёво, Женек. Так, еще один чек уже на пол. Три, два, после того, как разбежались, набрали ренжу, даем геру. Да что ж я постоянно блюю, да?
Макаспер, я понимаю, ты через глыбу. И сразу шивы, да, сразу шивы. Массейв. Мастерал. Так. БР откатились. Вот БР приста. И сразу и на рыму. Поймайте. Поры соберите. После того, как разбежались, прист дашь гимноману, личи дашь там. Сильнее вара сейчас хильте. Пора. Женек, бабл же есть, да? И массакру ты отдавал, нет? На третью спору, кто вялый, сбегайтесь. Хилы, сбегайтесь. Попрошу потом на их огни летя. Сейчас все 5 хилов по вару работаете. Сейчас по рейду урона не будет. Вар там что-то крик на хп, да, или тритьку какую-то, что-нибудь нажми. Потом готовимся, сейчас он восьмой стак словит, забираем, блин. Забираю хилы, ДК хил. Президент, полечу до инер. Дайте мне сейвы. Маг, ну глыба же была, да? Ладно, добили. Больше урона. Тапки бисы. Ты всегда был моим любимым. Рецендик все написал на ров. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже или не писал. Так, кровь, кровь рольте. Вот так, ладно, подождите, с остальными. Ладно, просто рольте. О, женек на будущий шеем. Первую сразу вторую забирает. Продавай женек за сотку, да? Ну все правильно, конечно. Геру, Геру, наверное, было бы неплохо. Тут хилил женек. Я, ты не будешь водить, я агро наберу с пула, ты будешь босса держать. Стрибрады еще 40 минут. 50 минут. Слышишь, что мы ждем Геру, нет? Или под конец ее дадим, как раз должна откатиться. Давай подождем, на Герочку квест еще охоту сделал. Лучше на бурс. С пула прям въебем, что. Все пробурстились. Объявляет это перекур.
Так, ребят, вот 30 секунд ставлю. Хулилайт изъявил желание продать. Если я ему сейчас перекину, она у него будет персональная. Ставьте свои цены там. Из тех, кто хотел ролить кровь. 10 секунд. После 10 секунд я ему перекидываю ее. Это шутка, если что. 5, 4, 3, со всех 2, персонажей будешь собирать. 1. Она не передаст мне квесты. Так, у тебя квеста нету. Второй парол. У кого уже никогда нет? Да? Ну ты лох, блядь. Разен. Алхимик, но РДДшного квеста еще нету. Все, Тразин второй забирает. Да понял. Женек, ты шаришь, как тут хитить? Женек, я тебе ее заанрулю, если она тебе так нужна будет в следующий раз. Да не, она мне не нужна. Ты как хилить шаришь, алло? В смысле, ну, одной кнопкой. Блять, частицу смотри. С пула я буду агро набирать, потом будет вар босса держать. Частицу ему дашь, и там будет это, болезнь ебаная появляться. Вот хилишь эту болезнь просто. И этот самый... Две самые нехилящиеся цели, это ханты, самые уязвимые здесь. Ну, советую, конечно, им отпрыгивать, я думаю, там они отпрыгнут от блевоты. Вот, но их надо будет не проебать, потому что это ДПС. И блевота, когда конусом босс, мы-то за боссом стоим, типа, за жопу забегаем, нас не дамажит. А их будет дамажить, если из них там будут бегать. Вот, их надо будет прохилить. Ну и все хилы тоже там, кто в диссе там слышит, хантов надо не проебать. Так, чек на бафы на готовность. Короче, частицу на кого сначала? Сначала на меня, потом на Вара, потом... Хорошо, по хантам я разберу. Есть ограничения по РДД снаружи. Вводит кто у нас? Я наберу агро, потом Вар заберет босса, и я буду водить слизней. Все замечательно. По напулам-то ханты выдадите на пул, когда... Вар заберет с Вайда. Когда банка заберет с Вайда. Троих нету. Или Чраш. Можете с пула на Вайда ебануть, а потом остальные уже на Вар. Так, Лича вижу. Два паладина первой пати. Чего не хватает? Один остался. Угу. Топ-1 вроде паладин. Я же говорил за ним, что дамажит будет. Ну, с гранью, да? Да. Так, делаю третий РЧ. Если нет, то гуляем без него. Не лучше нет. Тут у него берса есть или только Soft and Rage? Нету берса. Нету. Нету берса. Но Soft and Rage у него, по-моему, есть. Это ускорение появления этих, как он называется. Это ты на пул дал? Да, все под босса. Эти припоты. Ладненько. Блять, сори. Все под босса. Прям вот в него, в красный фрейм, видите? Внутрь него завезли. Не диспельте, прохиливайте. У нас 5 хилов. Сейчас
Все, вар забирай. И на пульте навара следующую частицу навара навешай. Женек, частицу навара. Большого из рейда. Вы давайте Геру. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Зачем ты сюда пришел? Вы... Не надо так делать, скребей босс. Слизни будут соединяться в центре, я заберу большого следующего. Если так все делать будут, то будут взрывы. Кот, выдай, полечу. Озарение. Отличные новости, народ. Я починил... Большой в рейде. Сколько на нем? 4-5? Угу. 4. Еще 2. Еще один слизи. Отличные новости, народ. Я скажу, когда бежать стойки в центр. Для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка. Стойте пока, стойте. Побежали с центра, вышли. Быстрее, быстрее, на 20 метров. Все в сторону выхода. Только в лужу не надо, блядь, бежать. Все, возвращайтесь в центр. Замечательно. И боссы, и все возвращайтесь. Дайте мой сейф. Лечь в стадии. Лечь в стадии. Ох, яма это. Поймайте леча. Есть байер по халке? Претендент БР по маньяке. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Раш пускай лежит. Алхимик гимноману. И раздайте мельчайший балка хотя бы. 300 каски. Дай Синар попробуй. Так, кровь этого Тразина, да, была или как-то? Да, да, кажется, Тразина. Все вместе идти квас давать. А если я упал? Мне же повешается, да, на обратно? Не переживай, не переживай. Вставай, если пойду вставать, тогда нормально будет. Платформе, где квест подошли, на лестницу не поднимаетесь.
Соответственно, квестовую бумагу тоже не идете. Дождитесь всех. Весь буя, который из сумок падает, мой. А ловко ты это придумал. Бое на танка войду закинул. ОД тоже меняете, тоже передаете. Так, все резнули, все поднялись. Ча, добегают люди. Никто там не провтыкал, все нормально. Пиздит, не верим. Все замечательно. Сдавайте квест. А я не могу. Пробуй. Пытайся. Ну, все. О, дамский полетели. О, кольцо. Опа. О, Аметрин. О, Аметрин, сюда. Хламида. О, царский янтарь, сюда. Это то, что я надо. На, Женек, мы с тобой нахуй богачи теперь, ебать. Сука. А тебе что, тоже что-то упало? Почему вы идете на профа, я не понимаю. Да, ребят, мы идем на совет. Давай сразу госпожа в танка на помощь на трэше пригодится. Да. И на совете. Я думаю, ну, даже пытаться проф? Не надо. Какой проф? С таким ДП. Конечно, да. Проф там не светит. Что там по боссу, по шмоту с первого босса? 35 минут. Че, совет ебанем? Хилы, подбегайте, а? Женек. Сейчас сдохнем здесь без тебя. Погнали. А ты как будешь отдавать, например, кожу кольчугу по приоритету носящему? Ну смотри, кожаный здесь у нас друид, вот, и по сути воины. Ну, адекватно, если никто не против, ну, да, то да, я да, считаю, да, что да. Воины вправе спокойно ее ролить. Окей. АДКшки. Ну, ДКшки тебе, по-моему, сила по-любому больше даст. Ну, если там какие-то капы, это кто вообще спрашивает? Сандора. Не, почему они для ФДК тоже бесовые, и для БДК не бесовые? Ребят, если вы АФКшите на трэше, лучше в рейд отпишитесь, чтобы было более понятно. Кому минусовать кого? Не, в личку отписываются люди. Там кого-нибудь на лестнице законтролить, кто скиллованный. Давай сейчас выпалю лучше одного. Нас и вы давайте. По тактикам играйте. На пулы там все дела. Поймайте трэш. Умоляю. Да стопните хил, умрите. Там можно корнем к тактику подбежать, дать корнем. Я выплю. Там можно шагом, там можно, да, всем, чем можно. Залетели, как залетели и сдохли. Как бичи сдохли, с позором. Либо дайте вихри, контроли нахуй, начинайте хилить получше. Вытаскивайте на панели эту хуйню, а то у вас на панели что там, одна пытка и все, что ли, надо это, блядь, вытаскивать, там сковывание, нежити, блядь, идут мобы, можно дать им контроль.
Или что, блядь? Рука не дотягивается до кнопки. Корни, вихрь, станы, блядь. Не знаю. Оживите, народ. То одной кнопкой, блядь, дело не сделаешь. Фуфу, блядь. Помню совсем хвостатые годы. У меня сломалась клавиатура. У меня было две мышки. Вот. И они работали, как сказать, можно сказать, независимо друг от друга. Вот. И у меня, получается, там было три боковые кнопки, и на второй мышке так, три боковые кнопки. Что ты агришь? Подожди, там все пришли. Этот топ ретрик с гранью, иди сюда наверх. Остальные все съебитесь вниз. Алхимист, иди сюда. Претендер. Может, все-таки по одному давай? А я с агрю нормально. Давай агри друидом одного пидора. Это лучше. Пока мы его бьем, там уже когда мало хп у него будет, еще одного с агри. Повстаньте под него все сюда вниз ступени. Все сюда подбегите, хилейдер, дд, только ханты сзади стоят. Можно хоть как убивать. Если вы хотите одну кнопку жать, когда IQ меньше 10, блять, то лаку руки. Куруки. А если у вас IQ 50 плюс, можно нажать там, блять, сковывание, нежить, стан, там, блять, корни на своем. Там кто-то мяч качает. Не, мне без разницы. Мне. Если хоть у вас уши на веревочке держатся. Без разницы. Главное, чтобы кнопки держали. Ну агрите, ебаный покос, или я сейчас с агрю. Через макрос или еще что-нибудь выиграю. Так вы подойдите танки поближе. Этот, ебанка, встань наверх, туда я буду с тебя забирать. Ты таунти, я с тебя гриппаю вниз. Давай. Упс. Подведи сюда к краю этого гуся. Сейчас он. Че, он не шевелится? Давай. Ебаш. Серьезные мы ребята или нет, наконец, блядь. Что ты мне дал? Да, сейчас на звонок нужно будет ответить. А-а-а. Через минуту. Короче. Вот. Идут три моба. Рослого бьем, самого высокого. Все по нему заехали. Щиток повешать, с другого побьем, 2 секунды и сразу рослого дальше. Вот после него, остальных лейтенантов в первую очередь после него. Вот. Теперь лейтенант. Частицу на, блядь, тупала ФК, блядь. Там щиток, шамановский киньте напал. Хитило. На нем сейчас дебаф. Так, если со вторым трэшем будут какие-то проблемы, вы абсолютно не стесняйтесь выдавать массы, бобы, паблы. Ничего в этом не присутствует. Первые пару минут мобы и так загрятся. Босс и так продерут. Этот ретрик, который на хсас, репес, вот этот, блять, хуй прочитаешь. Ты сможешь дать у лейтенанта этот самый покаяние? Сможешь дать? Лейтенант, он ближайший. X Каспер X. Ну, что-то хуй пойми, язык сломаешь. Дашь? Это... Давай покаяние в него прям сейчас. Остальное, что пойдет, хуй там условие. Так, вы буквально минуту-две порули, пожалуйста. О, блять, ретрик хуй забил, спасибо, Крис. Рослого. Играем. Его приморозили. Ну да, опередили, ты
Вала ебал, блять. Нихуя не подбегал. Насилие на расслабоне это называется. Ну, после него лейтенанта, потом командира, потом все остальное. Ну, рыцари можете добить, в принципе, на его КП. А, лейтенант на корнях стоит. Похуй тогда. Кого? Кто разъебал его? Короче, забрал этого гуся. Интересно, он эту парашу нельзя стакивать? Ебать, сова, нахуй. Вы когда не надо просыпаетесь? Чё там, какой-то друид код, там похуй ярдру. А, тактика вон ебаните. Или похуй всех троих люблю. Похуй, да, всех троих. Всё. Сори. Бля, он завыделся. Хорош. Ну ты, блядь, он всё равно согрелся. Опа, покаяние, хорош. Интересно, он в нем будет прыгать? Сейчас посмотрим. Бля, ты дал покаяние и помер. Вот это лоу, блядь. Ну смотри, стоит и прыгает. Ну зато тактик стоит, плюс ним, что понял. Ну, блядь, плюс 5 кролов, блядь. Ну, я понял, блядь. Чё это за хуйня, блядь? Госпожа, блядь. Ну что, блядь? Тут, конечно, жестко будет. Так, чек на присутствие, работа. Кому чего не хватает, в чат написали. Отставлю. Кто-то смотрел Оби-Ван на первые две серии? По Эральду дайте, пожалуйста, фулл ребаф падал. За Оби-Ван. Сериал. Новый какой-то? Да. Ну типа Звездных Войнов, про него же, правильно я понял? Да. Охуенный? Да. Можете ДКшники отойти от рыбался? Ну как Мандалорец такой же. Первая серия зашла, дальше пока не смотрел. Жду, пока выйдет. Я тоже жду. Жалко, так мало серий. Хоть бы 10 сделали. Ну, Netflix кайф в этом отношении, они сразу полностью сезон выпускают. Так. Танкую за голд. Прист, алхимик и сова. Вы на сферах. Танкую. Прист и маг можете жезлами бить. Это чуть ли не эффективнее, чем будет, нежели кастами. По кинетикам. Черные сферы никто не бьет. Если черные сферы далеко, я стукну их и подведу к танку, который будет танчить келесета. Вой, ты на двоих будешь или на одном? О, давай подумаем. Мы в три танка. Ну, если в три, то на келе. Если то на келе, если в два, то на двоих. Да, мы в три будем танка. Да, на киле. Все хорошо.
В случае чего я буду подводить к себе черную сферу. Так, Варчик на Волонаре, Паладин на Талдораме, Войт на Келисете. УЛФК, госпожа и вот и Сандор, Сандора, Сандиот. Сандора. Кто на Талдораме? На Талдораме? No. Этот, на Талдораме Паладин, госпожа. Можешь, пожалуйста, дать... А, все, увидел. Значит, на пулы въебаны. Вот так. Да, на пулы повару. Надеюсь, не сорвусь с пула. С пула там не вырывайтесь. Я все готово сейчас с домовым пулом. Лики, пожалуйста, центр. Стой, 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 я кое-что спрошу. А хант умеет сферы подбивать? На сферы назначены люди. Че, понимаю, вон это. Пять, четыре, три. Пейте припоты. Пол. По команде нужно набрать рейнджу между друг другом. Набрали рейнджу. Ну куда вы бежите? Набрать РНЖ. По Келисету точечно. Если у вас АУЕ, не умеете бить, можете просто не подходить и не бить. Ни в коем случае не сорвите сферы. Наоми. А тяни их чуть-чуть. Сферы при платформе. Пошли бить по Талдораму. Осторожно, там пружинка. Немного от тени босса. Кинетика, центр комнаты. Если видите, что кинетика падает, не стесняйтесь, помогите. Центр комнаты 2. Свечную с Волонара. Прямо над боссом сфера. Набрали ренджу между друг другом. По Келисету точечно. Можете не бить, если у вас АУЕ.
Ружей наличь, отойди. Скоро следующий босс. Ружина, центр комнаты, аккуратно. А, дали Геру, как подошли. Хорошо. Гимн под конец Геру дашь. Гера будет заканчиваться, и ШП дай гимн на ману. Платформа кинетика далеко. Гимн на ману. Кинетика платформа далеко. Свичнулись Волонара. Рейнджу между стрелюгом. Центр хилом. Под БР пинки. Да я сам стану, просто ловите. Хорошо. Центр комнаты, две кинетики падают. Ринжа, ринжа, ребят. Хуяки все. До всех сил. Добивайте. Дайте сейвы по войду. Дайте мастера аур на тьму и играйте. АУЕ, не АУЕ, просто играйте. В принципе, если это добивайте. Молодцы. Ботинки на ханта. Еху. Сюда лут. Да. Не знаю, почему вы туда пошли, мы Вальку идем хилить. Да, мы идем на Вальку. Валька последний будет босс, да? Да, Валя будет последний. Что там серебра? Так, серебра 13 минут. Сейчас буду ролить. Чек на всех присутствие, чтобы никто не откажет. Не, мы не убьем, у нас ДПС, во-первых, мало. А во-вторых, у нас нет ДЦ на лану, так что... Мы не прохилим. Да нахуя трай делать, если мы не убьем? Инфа сотка. Профа можем потратить, чем мы же убьем. Ниху делать, что ли. Ну траните только без меня. Окей. Лучше умереть сейчас. Грудь. Собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. К плечу.